Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это телефон OnePlus 8 Pro, и сейчас я вам покажу, как выключить либо же перезагрузить этот телефон. Для начала вам нужно зажать и удерживать одновременно кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Вот таким вот образом. Раз, два, три. Зажали, удерживаете, и появляется такая панелька. Здесь нажимаете перезапуск, либо выключить. Вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!